субботу, 2 апреля, в райцентре прошла очередная ярмарка выходного дня. С раннего утра на главной площади кипела бойкая торговля. Свои товары предоставили более 12 предпринимателей Кашхабльского района. В торговых рядах были представлены мясная и молочная продукция, хлебобулочные и колбасные изделия, растительное масло, крупы, зелень, свежие овощи и фрукты, сыры, продукты пчеловодства. Также на ярмарке можно было приобрести саженцы плодовых деревьев, одежду, промышленные товары. Напомним, что подобные мероприятия являются инструментом сдерживания роста цен. Проведение ярмарки проконтролировал глава муниципалитета Заур Хамирзов. Следующая ярмарка выходного дня пройдет в субботу, 9 апреля, на площади Ленина с 8 до 14:00. Не пропустите!